распространены очередные кадры боев с участием иностранного легиона, воюющего против российских оккупантов в составе украинской армии. На кадрах, которые сняты добровольцами из Канады, видно, как бойцы легиона ведут огонь по оккупантам в городе Северодонецк Луганской области и проверяют освобожденные от оккупантов территории. Представляем вам эти кадры. Dude, that was right behind you. Give me some cover fire over there.